Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Дмитрий Сава, его супруга и ее мама. Я только подъехал в лес в Царичанском районе Днепропетровской области. Как сразу же возле авто, вот чтобы вы понимали, дорожка. Первый мой беляш. В этом году, я не помню, я весной был или нет. Ну, во всяком случае, в этом сезоне точно. Не знаю, червивенький. Сейчас я его трошки подрежу. Видите, он просто расслаивается. Расслаивается у него ножка. А так-то он хороший. Мои компаньоны, когда узнали, что я нашел белый, сразу же удалились от меня туда. Зрачки у них сразу расширились. Побежали искать свое счастье. Сбывают с пантелыку вот эти вот мухоморчики пантерные, имеющие такой же цвет шляпки, как у беляшика. Дубочки вперемешку с соснами, а также акация здесь присутствует. Лес уже нам знакомый, поэтому мы сегодня по другому принципу, наверное, будем грибалить. Каждый пошел по своему пути. Не будем друг друга стеснять, задерживать. Куда твоей душе угодно, туда и иди. Я обожаю этот шикарный лес за его щедрость. Посмотрите, посмотрите, там бугорочек, там он шляпочка. Там вон беляшочек. И под ногами у меня тоже что-то лезет. Под ногами у меня дуля. Ну, вот здесь вот точно беляш. Молоденький. Вчера был в Новомосковском районе. Так там сухо. До безобразия. Здесь же, видимо, прошли дождики и грибочки появились. Видите? Сейчас я их так в кучку соберу для наглядности. Целое семейство. Как я узнал о том, что появились здесь беляшики? Все благодаря Фейсбуку. По-моему, грибники Днепропетровщины группа. Ух ты! Я прошу прощения, друзья, что так давно не выходил на связь. Но я ждал именно этого момента. Я такие рады, такие рады. Посмотрите, сколько их здесь. Хорошо, что я отбился от Катюши с тещенькой. Теперь я могу насладиться всем этим сам. На кучку, все на кучку. О, поглядите, я еще тут где-то видел. Это же не все. Главное не наступить, я себе этого не прощу. И вот же он. Немножко веточка его подвздернул. А вот еще каштанчик, видите? Красота. Меня как будто манило именно в это место. Потому что предлагали идти туда вглубь. Нет же, меня сюда тянуло. Сейчас я их почищу и сложу. Вот мы только с вами зашли в лес, и столько радости. Вчера перед этой грибалочкой не мог заснуть. Я как будто предчувствовал такое сильное душевное волнение было.
Это же не все молоденькие, видите? Как раз то, что надо. Вот, песочки. Только вот они вытыкаются. Очень повезло приехать сюда. Оказаться здесь первым. Срач, конечно, присутствует в виде бутылок. Видите, уйма бугорочков, а в них беляшочки. Вот такой вот весь в песке. Катя, как главное по чистке, будет, конечно, возмущаться. Но что ж, оставлять его, что ли? Как-нибудь почистит. Еще один. Я уж боялся, и не выдастся грибалочка в этом году. Беленький. Плюс вот моя счастливая корзина, найденная. Кто помнит, надеюсь, сегодня она заполнится. Ну, то, что я наполняю счастьем, так это точно. Стал уже отдаляться туда, глубже в лес. Но, оглянувшись, понял, что сделал это зря. Поспешил. Главное, повыкапывал песчаные грибочки. А вот этот, который уже на поверхности частячок оставил. Очень крепкий, красивый. Все чистенькие, не червивые. Поднялся сюда на пригорочек. И сквозь ветки, упавшие, сухие, вижу шляпа. Ну, этот покрупнее уже экземплярчик. Видите, стелящийся экземплярчик. Не захотел он себя сразу показывать. Он так рос горизонтально сначала. То ли дело я постройнел, как вы могли уже заметить, наверное. А теща мне говорит, что стал даже моложе выглядеть. Видите, цепляюсь за молодость своими 38-летними пальцами. Кривуляшек. Недалеко отошел, показалась еще одна шляпочка. Ну что тут скажешь, крепыш. Вот я его отломал удачно. Я думаю, там, да, там ножки не осталось, там сапожок черненький остался. Красотинушка. Эмоции, конечно, зашкаливают, но тут же нельзя кричать. Нужно вести себя тихо, а то сейчас сбегутся. Я не знаю, может быть, у них там тоже все удачно проходит. Ну, эту версию вы посмотрите у Кати на канале. А тем временем видим еще и еще. Видите? А куда я дел нож? А, фух, нож у меня.
выходных ждать нет смысла. Сегодня у нас четверг. Я думаю, на выходных здесь уже будет все подчищено. Хотя можно было бы подождать, они бы подросли. А так размерчик неплохой. Что скажете? А вот двойняши, видите, это не близнецы, это двойняшки. Сейчас мы с вами сорвем крупнее экземплярчик. О, бочоночек, эталонный. И чуть не наступил, прошел на этого малыша. Корзинушку оставил метрах в 4 и буду так сейчас по улиточке здесь идти. Возможно, придется по улиточке весь лес обойти. Не выключая камеру, мы с вами находим еще один. Это такой заморашка. Сидит крепко в пучке травы, тут прицепился. Давно я так не отрывался, чтобы столько на одном месте, все молоденькие, чистенькие, я имею в виду не червивые. Хотя вот сейчас погода днем такая, как летом. Вот сегодня и завтра, и еще на неделю вперед обещают 28 градусов тепла. Но ночью 12-13. Это и дает возможность конденсироваться в воде на поверхности грунта и питать наших любимчиков. Что-то крупное вылазит. А это он просто так массивно поднял траву сухую. Я подумал, что там крупный экземпляр, но он такой средних размеров. Мы все видим, что они примерно ровеснички. Началась волна, и как раз успели по пути к корзине. Чуть не прошел 2 беляшика. Мне не терпится углубиться в лес, но я понимаю, что здесь я поставляю грибы. Мне все время кажется, что там будет нечто вообще поразительное, если уж тут в начале леса творится такое. Вот это стройняш. Там подъехал автомобиль. Вот я его почистил. Видите, какой белый. Прекрасный. Но я когда-то уже рассказывал об этом месте, об этом лесу. Здесь можно идти, совершенно ничего не попадается, а потом найти одну полянку и подлохматиться там, набив корзину под завязку. Людей, я вам скажу, здесь уже достаточно. Повернул в другую сторону, там тоже двое вон. Кроме того, здесь неподалеку есть село, очень много местных, которые
собирают грибы с целью продажи. Но когда гриб пошел, как говорится, то должно хватить всем. Такой вяленький беляшек. Уже идет место такое чистое, освобожденное от упавших веток и хорошо просматриваемое. И потому практически ничего не попадается. Там, где было много, там лежали ветки. Плохо видно их было. Вот. Побеседовали с мужичком. Он пока ничего не нашел, видимо, только приехал. Говорит, здесь местные вчера 2 пакета насобирали за час. Вот то, как кажут, один есть, надо дивиться, еще тут. Вот вышли мы, лес красивый-красивый. Но, к сожалению, пока ничего не попадается. Доверимся же своей чуечке и пойдем в том направлении. Как вы можете видеть, на пути между соснами вот такие вот тарантеллы понадягивали свои сети. Я уже своим фейсом несколько словил. Обожаю всякие вот такие вот неровности рельефа. Обязательно проверим у подножья этого холма. Посмотрите, 2 белых шляпы, поистине белые грибы. А вот и холмик. О, какие белое золото. Какой же приятный аромат источает сейчас моя корзина. Поглядите, тарантул уже плетет сеть прямо на корзине. Еще не хватало домой его приволочь. Есть у меня еще одно местечко беляшовое недалеко от автомобиля, но я планировал оставить его на закуску. Привлек мое внимание такой зеленый мох. И придя сюда, мы с вами видим беляшек прямо из мха. Молоденький. Интересно, один он здесь? Вижу, вот кто-то шляпкой приподнял. Видите, какие малыши еще. Возможно, и были здесь экземплярчики покрупней. Но мы пришли сюда не первые. Вот даже один масленочек попался. Я не стал снимать, как я его нашел. Думал, червивый. Но нормальный. Все грибники идут вглубь. Я же буду возвращаться. Попробуем использовать такую стратегию. И вот, приближаясь к концу леса, мы с вами натыкаемся на бугорочек. О, вот кого пробежали здесь. Сейчас ты пополнишь ряды вот этих счастливчиков, попавших в корзину Дмитрия Савы. Слышите крики там? Могу сказать, что здесь, ближе к цивилизации,
ты чувствуешь себя более единенным с природой, нежели там в глубине леса, где сейчас кишит грибников, словно червей в беляше в середине лета. Катя! А вот и Катюшка. Ну-ка, зацени-ка. Привет. Вы только что убегали от толпы людей там. И я от них убегал. Ну-ка. Ну что, тебя догнали? Ну что, красота. Глянь. Ага, я видела, ты там порезал. А, ты уже... Видите? Видите, что значит прийти не первым уже на местяк? Увидеть, как кто-то порезал. Я туда был там, я не хожу туда. Я сейчас иду. Пошли, я тебе покажу одно секретное место. Глянь, он уже поселился тут. Ага. Столько паутины, это просто... Так капец. Я вот так иду и определяю. Ага, пауки натянули, значит, тут еще никто не ходил. Ну, это такое. Не знаю, я обхожу. Не совсем точное, потому что они считанные минуты натягивают. У меня уже такой ажиотаж прям большой пропал. Я аж подсобирал увесисто. Ну, попробуй. Ну, да. Хорошо, да? Теперь я иду, просто кайфую. Да. Не, ну сейчас они будут попадаться, это, конечно, будет меня радовать. Но счастливым я уже могу себя назвать. Катюша просто указал направление, куда нужно переместиться. И ждать я никого не буду. Так и мне легче. И только мне и легче так. Я и сам не сторонник бежать по лесу. Марафон. Но вот в каком-то далеком, малознакомом месте присутствует дух приключений. И это меня ведет глубже, глубже. Кажется, что найду пещеру Аладдина. Грибы попропускал и побег. Круги наматывать. Короче говоря, сейчас приближаемся к месту, где мне всегда везло. Попытаем счастье и в этот раз. Вот эти неровности земной поверхности. И, конечно же, ждет меня беляш. И не один. Ну, сегодня это зачетные размеры. Посмотрите. Крупнее уже найденных. Вот он, мой местечок. Он не секретный. Просто люди, как и я, стремятся углубиться в лес скорее. Думают, что чем глубже, тем больше. Пока только три на этом месте. Оставим же корзинку и покружляем здесь спокойно. Ну, Катя тоже дает. Я же уже ее сюда приводил не раз, показывал. Видите, это излюбленное место беляшиков. Не во всем лесу они присутствуют. Они такими семейками, пятаками растут, хуторками. Ну что, хуторяне, будем вас чистить. Катя! Я тут! Вот мы уже преодолели, наверное, километр, ничего не попадалось. Потом Катя нашла, тут где-то кто-то что-то срезал. И один молоденький вот выткнулся. А вот что это? Ничего. Ничего. Хорошо. Идем, да? Обрати внимание, цвет шляпки его, ага, и пантерного мухомора. Похоже.
И все-таки попадаются такие одиночные экземплярчики. Я так понимаю, здесь просто уже прошлись грибнички. И это остатки. О, с ребеночком. А кто это прижался здесь к сосенке, словно к мамке? Это, наверное, полячки. Да, точно. Ну-ка, полячки. Полячки. Соседствуют с мухоморчиками. Вот еще полячок, оказывается. Каштановенький гриб. И вот еще прижались к сосенке. Этот прям крупняш. Смотрите. Оу! Я тут! Катя потеряла меня. О! Еще полячок. И вот интересно, его родственник зеленый маховик. А может быть, это просто польский, которому стало плохо, поплохело. Ну, похож на такой бархатистый зеленый маховичок. Кора, опавшая сосенок, тоже такого же цвета. Напоминает беляши иногда, если взор резко провести в сторону. Поэтому можно не заметить вот такую красоту. И еще полячок рядом растет. Эх, как же хочется снова наткнуться на полянку. Но это уже маловероятно. То там, то сям мелькнет ведерко грибника. Оу! Иду к тебе! И вижу сквозь сосны, то ли это масленок такой красивый. Точно. Маслячок. Видите, как меняются пейзажи от песчаного вот к такому зеленому ковру. В боковых лучах солнца вы можете заприметить бугорочек, судорожно схватить его и обнаружить в руках пантерный мухомор. Привлекают мое внимание на себя пантерные мухоморчики, поднимающие иголочки вверх. Но среди них нужно смотреть внимательно. Могут быть и вот такие экземплярчики беляшей. Это мы уже возвращаемся. Словно саранча пробежали грибники целой толпой. И воцарилась тишина в лесу. И стали попадаться грибы. Да, польский, но красивый польский. Посмотрите, там голая местность. Просто иголочки лежат. А в одном из моих прошлых видео я уже делал упоминание о сексуальной травушке. И в ней зачастую попадаются самые красивые грибы. Например, вот. Нет, это уже такой пидстеркуватый. Их же не видно здесь. Красивый вот. С
сексуальная травушка их спасает. Видите, как она стелится. Здесь между соснами, ну, примерно метра 2,5 от этой до этой. Вот он сидит, натянул сеть. Ну что, привет. О, да, красивый. Вот этот вообще какой. Ага, это последний. И вот какой. Ага. Это последний. Угу. Красавчик. Вот обстановочка. Там грибники, там. Там вот крики везде. А я, как говорил, промеж грибниками собираем беляши. Едва проклюнулась шляпка из мха. Похоже на листик березы высохший. В горочке проверим. Сидят. Время уже, наверное, начало 11-го. А, какой? Начало 12-го, наверное, уже. И так уже припекает. Разделся, и все равно жарко. Будем уже, наверное, завершать на сегодня сбор грибов. Нормально так получилось. Увесистая корзинка. Катюша, у меня вишенка на торте. Это мой царь-гриб. Да это не царь-гриб, это два принца гриба. Видишь, не зря зашли напоследок проверить местечок. Откуда я начинал свою грибную деятельность сегодняшнюю. Ух ты! Да, видишь, один за другим. И один краше другого. Оп. Вот. Ну что ж, дорогие наши зрители, вот такой вот результат у Дмитрия и такой скромный результат у Катерины. Что ты скажешь свое оправдание? Я старалась, там у меня как-то голова забита. Я скажу, просто меня вела чуйка. На место это все, практически вот это все собрано в одном месте. Все остальное там 1-2. Я уже говорил, я собирал. Ну, шли рядом с грибниками. И так кому что попадалось. Грибников полон лес. Но тем не менее, результат хороший. Да. Так что на этой оптимистической ноте мы с вами не прощаемся. Говорим до свидания. До новых встреч. Это лишь только начало сезона. Пока. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Мне будет очень приятно. До свидания. Пока.